Привет всем подписчикам и случайным зрителям моего канала. Меня зовут Юра. В данном видео я хочу продемонстрировать приложение. Бесплатное приложение с Play Market. Называется Тюнер и Метроном. Я полностью все приложение не буду показывать и объяснять, из чего оно состоит, как оно состоит и как там функционирует. Все это можно посмотреть на самом Play Market и на iTunes. Кому как удобно. Ну, у кого какой телефон. Я же установил на плеер. Тут есть функция записи, но плеер нет. Микрофона, поэтому записывать не будет. Тут, в общем, можно набивать темп вручную. Выбирать различные длительности. И вот здесь панель управления есть. Мне понравилась вот эта фишка. Для тренировки, например, правой руки на тремоло по открытой струне. Мы его нажимаем. И у нас установили мы, например, темп 80. И от темпа 80 по умолчанию прибавляется 1 единица с интервалом 3 секунды. Интервал можно увеличить на 5 секунд, на 7, на 10, на 15, на 20, на 30, на 40, на минуту. Ну, там, короче, не буду я смотреть. Я не знаю, до скольки там можно интервал увеличить. Вернусь обратно на 3 секунды. И когда мы доходим до какого-то конкретного порога, который мы обозначили себе лично, вот 87, например, да, можно вернуться снова на 80. Таким же образом на этом тренажере можно узнать свою скорость, насколько мы, ну, насколько, например, я могу сам лично, насколько смогу осилить 16 минутами вот на этом, до какого темпа дойти. Ну, точно так же любой другой человек, любой другой музыкант, который интересуется скоростной игрой и нарабатывает технику тремоло по открытой струне, надо достичь какого-то определенного уровня в скорости сначала, чтобы рука не уставала, чтобы там кисть работала, чтобы как можно по возможности исключить работу локтя. У меня вот локоть подключается. Короче, сейчас я снова обнуляю до 80, ставлю телефон на в качестве штатива, он будет снимать, значит, гитара подключена к комбо-усилителю Roland Coupe Street X, а плеер подключен к колонке JBL. Так. Все. Сейчас мы будем смотреть, как у меня работает моя правая рука. Она у меня не устает, ничего, все нормально. Но лучше запятнанный сустав работает не совсем на больших скоростях. Ставлю темп 80 сначала. По третьей струне. Я буду цифру называть, вот сейчас 85. Пытаюсь играть самым кончиком. Медиатор держу под углом. Девяносто. Девяносто пять. Сто пять. Сто десять.
115. 120. Начинает подключаться локти. Все. 150 я не вытянул, и 140 я не вытягиваю. 135-130 примерно. Вот так вот. Такое вот приложение. Ссылка будет в описании. Проходите на Player Market или iTunes. Смотрите, что за приложение. Скачивайте. Кто-нибудь наверняка найдет себе в этом приложении много-много полезного. Ну вот я пока полезно вот это нашел. Здесь можно и записывать, и выбирать различные стили, различные доли, длительности. Набивать самому темп по вот этому, по этим барабанам. Ну и здесь панель управления есть. Тут все тоже можно. Такие дела. Очень удобное приложение. Наверное, многим покажется полезным. Все, всем спасибо, всем пока.